55 интересных встреч, жарких обсуждений, актуальных вопросов и инновационных решений. За 4 года региональный форум лидерства «Это реальность» стал эффективной дискуссионной площадкой, где не просто разговаривают с властью, а контролируют ее работу. Основной тематикой форума в этот раз стало подведение итогов 2017 года. Добрый день, друзья. Очень приятно. Знаете, сейчас наступает такая пора, пора подведения итогов. Вот конец ноября, весь декабрь. Это такое очень волнительное, очень ответственное, но в то же время очень радостный месяц подведения итогов. Достижения муниципалитета в Московской области можно было увидеть на стендах, где каждый из них представил свои результаты работы за год. Ленинский район подошел к оформлению экспозиции творчески и намеренно показал свои прорывы в области спорта, воспитания молодежи, садоводстве, а не в экономических направлениях, как большинство других муниципалитетов. И участники форума отреагировали на этот креатив. Наш стенд был в числе первых по количеству лайков, стикеров с говорящим жестом руки, который каждый человек понимает как «здорово». Мы пропагандируем эту идеологию лидерства, которая поставлена как приоритетная задача нашим губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым. Мы привезли 2 социальных проекта. Первое – это мы представили спорт. Нам есть чем гордиться. Это и наш с вами муниципальный спорт, связанный с плаванием. И Евгений Рылов, чемпион мира, и бронзовый призер Олимпиады. За ним уже целое поколение пловцов выросло, которые завоевали признание на российском и международном уровне. Это реальность в нашем муниципальном бассейне. Также глава района отметил победы Видновского мотовольного клуба, который поистине является лучшей командой Европы, ежегодно подтверждая свое первенство на серьезных соревнованиях. Военно-патриотическое воспитание молодежи – еще одно важное направление работы, которому в нашем муниципалитете уделяется особое внимание. На сегодняшний день в движении «Юнармия» Ленинского района состоит более 350 ребят. Некоторые из них также приняли участие в форуме. Сейчас ребята в форме 41-го года и 43-го. То есть две разных формы, которые имеют свою историю. И ребята отвечали на вопросы людей, почему у тебя такие лычки, а почему у тебя погоны. То есть ребята рассказывают, что была в 43-м году, форма изменена, и вот эти погоны, на этих погонах наши деды добыли победу. На экспозиции можно было попробовать яблоки селекции местного института садоводства. Приезжайте в наш Ленинский район, наш город Видное, город Сад. Это достижение важно не только для Ленинского района, но и для всей страны, особенно в период евросанкций, когда просто необходимо развивать свое сельское хозяйство и садоводство. И, конечно, Ленинский район полностью интегрирован во всю систему социальных проектов Московской области. Мы активно принимаем участие в программе благоустройства дворовых территорий. И если посмотреть по динамике, то, например, в 2015 году это было 16 дворовых территорий. Более 30 дворовых территорий у нас было в итогом 2016 года. В 2017 году 15 дворовых территорий. Секрет эффективной работы и достижений нашего района кроется в человеческом ресурсе. Ну, у нас очень много инициативных людей. У нас был большой конкурс в общественную палату, очень много достижений различных. И я считаю, что вот, судя по сегодняшнему мероприятию, лидерство – это реальность. У нас на каждой общественной площадке были выступления от наших общественников. Я считаю, что у нас очень дружный, инициативный район. За 4 года, что Подмосковье живет под лозунгом «Лидерство – это реальность», в форумах приняли участие более 15 тысяч человек. Вынесено на обсуждение свыше 900 вопросов. В банк идей поступило 1435 предложений, которые были проанализированы и направлены в профильные министерства. Екатерина Коваленко, Алексей Руднев и Сергей Ларин. Видное ТВ.